С 1 октября муниципальное предприятие «Даугавпилсатекс» вводит новый экспериментальный рейс. Маршрутное такси под номером 14 будет курсировать из крепости в поселок Химиков и обратно. Путь маршрутки будет пролегать от улицы Императора через улицы Латгалас, Вишкю, Ятнеку, Смилшу, Каунис и другие. Маршрутка будет курсировать 8 раз в день, в утренние и вечерние часы. Экспериментальный рейс вводится на 3 месяца, до 31 декабря. Продолжает курсировать экспериментальный рейс автобуса номер 23. Его маршрут пролегает из микрорайона Ругели на новое строение, затем в поселок Химиков и до Даугавпилской региональной больницы. Автобус, следующий по данному маршруту, в день совершает 9 рейсов. Он будет курсировать до конца ноября, после чего Даугавпилсатексме решит вопрос о его рентабельности. Как сообщает Даугавпилсатексме, с 1 октября прекращают курсировать экспериментальные рейсы автобуса номер 3, введенные на летнее время. Более детально с маршрутами исследования общественного транспорта, а также с расписаниями можно ознакомиться на сайте satexme.daugavpils.lv или по телефону 6 54 25 270.